больше никому. Ждёшься только снега, снега, снега. Дорогие друзья, сегодня открывается 18 июня 17-й международный театральный фестиваль современной драматургии «Калида Плейс». Вот там перед вами для вас работает Вика Лемешенко. Посмотрите на нее. Чудесно. Здесь Ксения Копорулина раздает пузырики красивые вместе с Василиной Маковцевой и Кристиной Горбуновой. Здесь танцуют мои артисты. Вот там фотозона, на которой можно, возле которой можно сфотографироваться. Лев Низами сделал этого замечательного котика. Еще 5-7 минут, и мы пойдем на пресс-конференцию в Малахитовый зал. Танцуем последние танцы, давай музыку громче.